Всем привет! Вы на канале Антонина Абрамкина. И сегодня у нас обзор товара «Сад-огород» 2021, магазины «Лента». Сейчас пройдемся, поищем, как говорится, нужный, необходимый товар для отдыха, для работы. Здесь есть все, абсолютно все, для того, чтобы сейчас уже сезонно заниматься. Ну и, конечно, запастись необходимым товаром для сада-огорода. Ну, сразу нас здесь встречают уже живые кусты розы, пионы. Цены видно, я думаю. У меня камера хорошо показывает. Поближе покажу. Вот, видите, разновидностей роз очень много. Гортензии. 389 рублей. Голубика 399 рублей. Ну и смородина красная и черная. Видите, вот прям уже кустики живые. Даже как сомневаться не нужно, что они... То есть все кустики живые. Дальше смотрим. Малина. Крыжовник, то есть все кустики живые. То есть все они уже будут приживаться на участке. Ну и дальше вот жимолость, малина. Есть в продаже грунт, торф, Селигер Агро. Отличный, 269,90. Вот такой вот торф. Здесь уже по акции есть. Торф. Так. Томат и перец. Так, 59 рублей 10 литров. Здесь 40 литров. Здесь 10 литров 59 рублей. Ну, сейчас самое время, как говорится, заниматься рассадой. Здесь семена моркови бросили. Вот такой вот грунт для цветов. 79,10 литров. И здесь вот такой еще грунт есть. Брикетирный цветочный. 349 рублей. По акции есть. Видите, 429 зачеркнуто. Что у нас тут еще есть? Я думаю, цветы луковичные. Вот здесь целый стенд цветов. Ой, а выбор-то какой большой. Гладиолусы. По три луковички. Луковички все живые, видно. Ну вот по цветам их здесь тоже как выбирать. Красные, белые. И цена вот 69 рублей. Цена разная почему-то. Цены разные. Чем они, то есть по сортам, я не очень разбираюсь, конечно, по сортам. И не выращиваю гладиолус. У меня просто времени не хватает. 149 рублей. Даже вот здесь вот георгины. Георгины, конечно, мне очень нравятся, но их выкапывать, хранить, это не для меня. Вот. Дальше лук-сивок. 99 рублей полкило. Посмотрим. Лукоморье. Лукоморье в светофоре тоже 2 килограмма 199 рублей. Ну, здесь магазин «Лента». Ну, так лучок не, скажем, сорт другой. Вот такой он продолговатый. А в светофоре круглый лучок. Ну, даже для того, чтобы, скажем, для зелени часто-часто воткнуть, для первоначальной окрошечки, тоже порадует, скажем, ну, может, и до осени он тут урожай даст. Я тоже здесь не специалист, поэтому я беру только для того, чтобы для зелени посадить часто и уже кушать. Дальше здесь у нас пока далеко не ушли, и вот там покупатели, конечно, подошли, хотел другие виды этих цветов. В общем, здесь цветы и луковичные можно выбрать по вашему усмотрению, и цены в пределах 149 рублей и
69, вот наверху вот красный гладиолус, вот покажу еще раз. Выбрать можно. Ну и для декора вашего огромный ассортимент вот таких красивых, скажем, для поднятия вашего настроения. Вот такие милашки, игрушечки, какие хотите. Вот выбор и цена, и размеры разные. Вот такие красивые гномики. Ну, они, вот видите, 600 рублей стоит один гномик. Ну, я найду, куда потратить 600 рублей за такого маленького гномика. Агитирую, да, вот. Ну, вот, то есть у всех возможности разные. И здесь дальше смотрим гномики. И очень большой ассортимент шарабаны и светильники. Интересные такие вот. И, между прочим, очень долго служит. Это я вот такие фонари 169, они вот как от солнечной батареи. У меня уже 3 года вот они стоят на участке, в магазине Фикс Прайс покупала. И не поверите, не деформируется, не портится и зимой, и летом светят. Но все равно интересно так, как... То, что вот они как-то не то, что вот под... Ну, приятно, скажем. Дальше мы проходим здесь, смотрим бордюрная высокая лента. Вот, то есть, как бы 2 штуки. И здесь наверняка размер указан. 599 рублей. Здесь уже укрывной материал. Пленка полиэтиленовая. Вот такой вот укрывной материал. Тяжелый он. Спанон укрывной. То есть от мороза ускоряет, улучшает, защищает. Черная. Вот я сразу цены показываю, чтобы вы были уже смотрели и размеры, и цены. Но здесь очень много товара, который вот и сетка москитная, и сетка вот такая вот сетка от птиц. Ну, чтобы не выклевывали ваш урожай. Так, это что у нас? Крепление для зонта. Вот такие вот есть еще и как набор. Клипс, вот они тоже удобные, парника, пленку закреплять, когда открываешь, закрываешь, и размер тоже разный. Набор садовых клипс. Вот эта вот штучка хорошая, их много разновидностей, я вот тоже очень даже удобно и пользуюсь. 109 рублей. Вот. Дальше смотрим, лейки в продаже есть, ну лейки везде есть в продаже. Вот, секатор, распылитель, 48 рублей. Если ваш вышел из строя, то в магазине Ленте можно приобрести. Вот внизу еще сумки вижу. Ну, в общем, ну, необходимого товара очень много. И перчатки. Вот посмотрите, здесь сразу посмотрим. Перчатки 34,99. 115 прорезиненные. Всякие есть. 63 рубля вот такая перчатка. И ХБ перчатки есть. Вот. Прорезиненные и толстые, и вот для рыхления работы земли. Не знаю, удобно, нет, я вот не умею работать в таких перчатках. Мне неудобно. Вот. А так перчатками пользуюсь в основном, конечно, вот такими мягкими прорезиненными мне нравится. И внизу вот еще, то есть видов перчаток очень много на ваш выбор и то, чем вы хотите заниматься. Вот, вот мои перчатки, вот они очень мягкие, 99 рублей. Я лично работаю вот такими. Мне надо, чтобы прощупывать, вот, надо обновить, взять такие перчатки. 99 рублей, вот такие перчаточки хорошие. Дальше, там семена, огромный выбор и цветов, и как культурных растений, просто сейчас здесь покупатели. Не могу подойти туда. И
огурцы, помидоры. Давайте я все-таки пройдусь. Вот так протисну сейчас. Все есть. И томаты, и огурчики. У меня вот огурчики уже взошли. Томаты уже распикировала. Редис сейчас скоро будем в парниках сеять. Редис, видите, то есть ассортимент очень большой. Зелень, укроп, петрушка, базилик, свекла, тоже огромный ассортимент. Для борщика, для салатика очень даже будет хорошо. ₽18. Мулатка. Здесь тоже свекла. Это я уж вам показываю, что перчики, как морковь. Ну, здесь в ленте всегда можно всего купить, чего, как говорится, если не купили. Дальше здесь, видите, акции. Павильон. Скоро лето, 7499 рублей. Ну, в общем, 7500. Вот такой вот хорошенький павильончик для отдыха. И есть и столы, и кресла, и диванчики, и скамеечки, даже мягкая мебель. Набор мебели 36,99. Ну, хорошая вот такая вот. Плетеный такая вот, подушечками. Будет тоже уютненько. Дальше смотрим садовый инвентарь. Я цены показываю, то есть каждую лопату, каждую щетку здесь очень долго видео. Здесь тоже вот так вот посмотрим. Лопата штыковая. Тяжелая, блин. Красиво. Ну, и если кто-то сейчас только еще начинает заниматься рассадой, потому что как не у всех есть парники на дачу, сейчас вот самое время для дачи высаживать, сеять семена, то здесь есть все. И контейнеры, и поддоны к ним, и стаканчики. Вот такие интересные, красивые стаканчики. Вот. Ну, или если распикировывают, вот здесь тоже все есть. 14 горшок для рассады. Одна штука 14. В общем, 15 рублей. Здесь 5 штук 39 рублей. Ну, контейнеры, вот они, видите, поменьше, продырявленные уже. И здесь вот, здесь они по сколько штук, пока не знаю. Ну, тоже, видимо, штучно. Если они отклеены, значит штучно. 19 рублей. Здесь уже 5 штук. Вот они скотчем заклеены. 22 рубля, 14 рублей. В общем, смотрите. И в продаже есть вот такие инструменты для работы. Очень аккуратненькие, красивые. 199 рублей. 129 рублей. Хорошенькие. Но они в вакуумной упаковке, поэтому насколько они жесткие, невозможно узнать. Будут гнуться или... Ну, так на вид вроде очень симпатично выглядит. Дальше градусники есть. Термометры. С таким креплением хорошим. Вот интересное это крепление. Тоже можно это повесить на вашем участке. Ну, здесь уже разновидности для поливки, для шлангов. Секаторы, ножнички, грабельки, лопаточки. Вот 151 рубль. Вот такая лопаточка. Сиди.
такая тяжелая, хорошая, значит, не будет ломаться, гнуться. И вот тут уже рыхлители 98 рублей, 49 рублей. Вот. Жесткие, хорошие, вот мне уже их видно. Уже их видно. Здесь вот такая вот 169, тоже хорошая. Я уже их и так могу определять. 174. О, мухобойка. Ну как же без нее? 35 рублей. Дальше смотрим вот канистра. Так, 10 литров. 319 рублей. Вот эта штучка хорошая. Вот это надо взять. Для воды. И леечки. Леечки разные. И опрыскиватель вот наверху 159,99. Вот такая красивая леечка. 299. Какая хорошая. И здесь уже тоже вот распылители. Опрыскиватель, вернее, 239 рублей. Очень даже удобно. Ведра. Ну вот, что не рассказала, камера вам показала. Потому что здесь все не расскажешь. И дальше мебель садовая. Вот, смотрим. Какой большой зонт красный. И дачная мебель. Дачный стол. 3794 тысячи, в общем. Ну и здесь тут же, далеко не уходя, сразу видим уже как средства, которые борются с вредителями. Выбирайте. От ли гусениц, от улиток есть, интересно. Вот они любят заселяться у меня в парнике, эти улитки. И шланги поливочные. Всех видов и размеров разных. И цена 799, 1400, 899, 2000. В общем, виды разные. И набор вот поливочных всех видов леек. Вот это магазин «Лента», город Димитровград, если не сказала. Весь сезонный товар, ну и, конечно, все, что необходимое для дачи, для сада, для огорода, здесь можно приобрести. Даже топорик вот, топорик красивый, тяжелый, 899 рублей. Большие грабли, топорики, вот здесь все есть, парнички. Есть кашпо для цветочниц. Я уже все кашпо поменяла, уже меняя, когда каждую весну это делаю фактически. Либо растение, вот это денежное дерево, оно растет и как просит горшочек побольше. Ну и на подоконнике покрасивше, потому что дизайн меняется, разновидности как цветов тоже мы меняем. И вот здесь вот для орхидеи, смотрите, орхидеи вот тоже я поменяла. Так, цены тоже видно. Диван. Подушкой. Кресло. И вот так они выглядят. Интересно. Здесь что? Просто решеточка. Но она такая прочная решетка. Ну вот я прошлась по товару и все ряды для того, чтобы показать, что есть в продаже сезонного товара для дачников, для сада, для огорода,
выбор огромный. И все, что необходимо, все это можно приобрести в магазине «Лента». Так что до новых видео, друзья. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Будем смотреть дальше, следить за новинками и нужными товарами. Так что до новых видео. Пока.